приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал: мы едем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по последним данным разведки мы воевали сами с собой. Этот поезд в огне, и нам некуда больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Вся земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Но если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам некуда больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Горят факелы, это сбор всех погибших частей. И тех, кто стреляли в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам некуда больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.